Всем привет, с вами я, Лита и Роман, и сегодня мы с вами будем просто играть в стендов. Без всяких приключений, там, кстати, здесь нитима новый М40 из этого обновления. Я его только что выбил, как видите. Кстати, сейчас я по-быстренькому отойду и вернусь. Ребят, вот и я вернулся. Кстати, кто это мне отправил сообщение? Алло, как дела? Привет. Ты сейчас снимаешь? Если нет, можно позже? Годуэй, короче. Да, снимаю. Да, снимаю. Дуэльку давай. Хотя давайте дуэльку. О, прикольно. Всем подписчикам передаю привет. О, идите, Настя. Ну, давай. Я сейчас встану, там поговорим. Окей. Давайте я ему сейчас напишу. О, блин. Хорошо. Так, я сейчас быстренько перейду в стендовчик. Вот так. Вот нам погоду же вам. Сейчас я его приглашу в лобешник. Вот он. Давайте напишем ему привет. Я как раз вот дуэльку поедундон. Вот это едундон. Так. Ну что, запускаем. Ну что, поехали. Ну что, поехали. Сейчас я у него... Ну, хотя будет прикольное видео, что я сыграл дуэль с другом. Кстати, и он мой подписчик. Надеюсь. Так. Я выбираю Call to Temple. Поехали. И я включу запись, когда... Я зайду за тело. Вот так. Надеюсь, он не кикнется, а то я ее хорошо знаю. У нее часто станок вылетает, капец. Так, возьмем гранатку. 85 кулов. Так, где он у нас уже? А, вот он, подключился. Наш дружочек, пирожочек. Вообще, по-моему, не умеет играть. Потому что я его часто выиграл. Алло, я здесь. Кстати, раньше у него канал был, потом он удалил, не знаю почему. Так. Так, где он? Я его увидел.
Сюда. Сюда. Изи. Изи. А сейчас на П. Это я забыл. Это... Как это? МП-7. Еще раз победил. Но он слабый игрок, поэтому он так играет. И не пишите в комментариях, что я типа... Ай, блин. Что я типа это подстроил, на самом деле он сильный. И я, он типа притворяется. Ну, золото, по-моему, я. Я его убил. Так, сейчас покажу новый М-40. Так. Чего, блин? Ну, хотя у него и тут есть, конечно, но он мне в голову дал бы из прицела. Таким образом. Ну, 1-3 нормально, думаю. Сюда. Фух. Лежит. О, Арик. Арик дуразен. Так. Так, где он? Вот сюда. А, у него опять залагало, вот что-то. Так, будем делать ловушечку. Вот такую. Вот это да. 6-1 пока что. Ну, а почти говорю, он слабый. Так. Так, тихо. Сюда. И это последний раунд. Блин. Сюда. Дал гол. И это победа. Но я сыграю с ним еще один раз. Так, я сейчас его пригласить в лобби. Надеюсь, он возьмет. Давайте ему напишем личные сообщения. Го! А блин, как го еще напишем. Блин. Еще. О, давай напишем го еще. Вот так. А вот это пойдем в. Пул. Сейчас посмотрим. Так, погнали. Еще один разочек. Ну, я планирую, естественно, просто снять обычный ролик. Там, как я играю, типа так. Да, покажу задание. А тут прилетает мой друг, типа, а Гозя пишет ролик. То есть, как это пишет? Вы же сами видели, как, типа, он мне написал, и дела. Кстати, а вы знаете, что отсюда можно спрыгнуть? О, блин, бывает. Я хочу покупаться. Кстати. О, кил. Вот.
Да блин, что это тут не заходит? Костя, когда он зайдет, я включу запись. Ребят, наконец-таки он зашел. Я вот тут 30 минут стою. И не спрашивайте, почему у меня вал. Потому что, оказывается, у него вылетела игра. И я пошла создавать лобби. Все дела, короче. Ну, вы же понимаете, наверное. Так, сейчас будет финал. Пошел. А что, чита? А что я не ее знаю? Сюда. Ну, иногда, конечно, лагает, но ничего страшного. Один на один пока что. Сюда! Хорошо, что мне писает Татьяша. А то бы я так проиграл. Ну, а ведь я не могу проиграть. Так. Сюда! С первого выстрела. Че 22? Это был когда-то мой любимый пистолет. Ну, его очень любят. Я в конце выброшу туда, в море. Ну, надо было чуть-чуть не видел. Я ждал момента, пока он в эту сторону поет. О, секретная анимация! Не секретно, а не надо этого. Сюда, в голову. На ножах. Ну, давай. Где ты? Легко. Ня. Я даже не потею. Я думал, у него вылетело, да? Сюда. Победа. Ох, вообще не плотно было катки. Катки вообще не плотные были. Очень легко. Но он даже умудрялся несколько раз меня убить. Ну, я ему аплодирую. Ну, а на этом все. А с вами был я, Литый Гаман, мой друг. И всем пока-пока. И давайте наберем 1000 подписчиков до моего дня рождения.